Добрый день всем из Одессы. Ребята, мы с вами в Аркадии. Сегодня 1 августа 2024 год. Посмотрите на обстановку, что сегодня происходит у Черного моря. Народа нереально много. Ну, Аркадия место людное, скажем так. Здесь людей всегда максимальное количество по сравнению с другими пляжами. Аркадия рекордсмен. Ну что, все приезжают. Кто на машине, кто на трамвае, кто на маршрутке. Прогулялся по Аркадийской аллее и сразу же плюхнулся в море. Вот на другие пляжи у людей желания особо нету ходить, тратить время. Поэтому Аркадия, соответственно, является рекордным местом. Вон много народа. Водичка какая-то чуть-чуть мутноватая. Не совсем прозрачно, но, по крайней мере, без водорослей. Что уже как бы радует. Ладно, всем хорошего дня, подписывайтесь на канал, до встречи, пока.